Добрый день, наши дорогие читатели! В преддверии знаменательного праздника 75-летия Победы мы предлагаем вам прослушать рассказы о Великой Отечественной войне, которая называется «33 богатыря». Летом 1942 года фашисты начали новое наступление. Враги двигались к Волге, к городу Сталинграду. Сейчас этот город называется Волгоград. Их было 33, как в сказке, 33 богатыря. 33 отважных солдата. Западнее Сталинграда защищали бойцы важную высоту. Не смогли здесь фашисты вперед прорваться. Обошли высоту фашисты. Попали бойцы в окружение. Не дрогнули смельчаки. 27 танков подбили. В бою герои. Уничтожили 150 фашистов. Кончились боеприпасы. Прорвались солдаты сквозь окружение, вернулись к своим войскам. Все оказались целы, невредимы. Лишь один рядовой, Жезлов, не опасно, осколком ранен. Обступили солдаты героев. Интересно узнать им подробности. Вот стоит Семен Калита. Отличался в бою Калита. Первым уничтожил фашистский танк. «А ну-ка, расскажи про геройство!» Атаковали его солдаты. Засмущался Семен Калита. Да что я? Вот Иван Тимофеев. Вот это да, вот это герой. И это верно. Рядовой Иван Тимофеев уничтожил 2 неприятельских танка. Повернулись солдаты к Ивану Тимофееву. А ну-ка, расскажи про геройство. Засмущался Иван Тимофеев. Да я-то что? Вот Владимир Пасхальный, вот кто герой, вот кто лучше других сражался. И верно. Младший сержант Владимир Пасхальный 3 фашистских танка вывел из строя. Вот кто герой, конечно. Не отпускают солдаты Пасхального. Расскажи про подвиг, засмущался Владимир Пасхальный. Да я что? Вот товарищ младший политрук Евтеев, вот кто из героев, герой настоящий. И верно, младший политрук Евтеев подбил 4 фашистских танка. Поражаются солдаты. Вот это да, вот это стрелок. Провел, выходит среди фашистов политбеседу. Окружили солдаты политрука. Товарищ Евтеев, расскажи про геройство, усмехнулся Евтеев. Начал рассказывать. Рассказал о героях, о младшем сержанте Михаиле Мингалеве, о солдате Николае Власкине, о старшине Дмитрии Пуказове, о других бойцах. Про себя! Закричали солдаты. Засмущался Евтеев. Да я глянул он вокруг, увидел Семена Калиту, того, кто первым подбил неприятельский танк. Вот пусть вам Семен Калита про себя расскажет. Он всему положил начало. Сталинград. Штаб Сталинградского фронта. Командующий фронтом генерал-полковник Андрей Иванович Еременко. Доложили о подвиге 33 отважных генералов Еременко. Товарищ командующий, подбили 27 танков. Живыми назад вернулись. 27? Так точно, 27. Герои, сказал Еременко. Герои, помолчали, добавил. А то, что смерть победили, что жизнь сберегли, дважды они герои, богатыри. 33 советских богатыря. Так и окрестили солдаты героев прославленной высоты. А вскоре и награды пришли к героям. Ордена и медали сверкали у всех на груди.